Всем привет! Вот и выдался у нас денек походить. Начали убирать поля. Ну и приехали мы на замечательное место, где вот 3 назад, наверное, собирали кладуху распаханную чешуи. Здесь она еще есть. Где-то вот за моей спиной. Многие это поле знают, ходят. Здесь нас не достают лосиные мухи. Во всяком случае, пока мы в центре поля, и сильный ветер достаточно сдувает. Поэтому как-то нас спасает. Особенно после последних моих покусов. С нами ходят ребята. Сейчас парень учится. Первый раз вышел с теркой. Можешь приобщиться к великому делу. Вот. Люба нашла уже одну чешуйку. Но сейчас я не пойду, потом покажу. Вон она ходит у меня за спиной. Уже петровскую чешуйку одну вынули. Здесь Петр и... Ну, конечно, Михаил Федорович, вот этих периодов чешуя. Будет сегодня небольшой выход. Сейчас пособираем здесь, отдохнем. Ходить хорошо. Стерня невысокая, сухая. Такая, ну, сухая, но такая разваливается. Просто замечательно. Пойдемте походим. Подрастающее поколение ходит, да. Где прибор, сейчас достал 4 совета, разбросанных 61-го года. Вообще не интересно. Вот первая яма. Так, вот а у тебя чешуя, да? Раз. Два. Два. Вот я как и говорил, она одну нашла, вот вторая. Иду, вот родимая. Есть она тут еще. Еще не все не перевелась, собой. Да. Еще потом к камню сходим. Вот, значит, здесь было. Вот береза, да. Полю места. Кто смотрит, пользуйтесь. Нам не жалко. Чуть-чуть сместились к камню. Машину подвинули. Ну и тут прилетели наши друзья. Правда, пока немного. Вот. Пришлось намордники одевать. Хотя Любка так у нас ходит. Бесстрашная. Ну пока мало. А, сама ядовитая. Она говорит, она сама ядовитая, поэтому они к ней не прилетают. Короче, находочка сейчас покажу красивая. Так. Вот, собственно, сам камень. О, опять его перевернули. Кстати, вон, они вот здесь вот. А у меня так ощущение, что кто-то это. Чего? Упорол с трактором? Угу. Может быть. Смотрите. Пуга гирька целенькая в эмалях. Такая. Что это такое пипикало? Там было понятно. Лягуху поймал. Мышей надо ловить. Ага. Ну, короче, вот такая находка замечательная. Целая в эмалях. Это класс. Праздничная пуговка гирька. Так, ребята что-то ковыряют. Кстати, они нашли медный бунт. Но это в конце мы все осветим. А у Любы... Походу дело крестик. Сейчас мы глянем, что за крестичек. Ух ты! А! Сейчас. Трактор мой нужен. Бери веник. Сейчас идем. Я трактор просто сложил. Вот такой очаровательный целенький крестичек. Класс. Мы сейчас еще здесь походим, потом поедем на чуть поля погуляем. Надо, ребят, тренировать. Может быть, на медных монетах попрактикуются, если найдем, конечно. Переехали на чудо поля еще походить. Устин нашел 10 копеек в квадрате сразу с лету. Ну, здесь все, да? Да. А, у тебя что? Ну, она, да, как обычно, подубитенькая. Ну, что, пусть будет. Просто ямы закапываем. Вот. Тетя Люба, он туда свинтил уже. Так, следующий сигнальчик. Сия Руси повелитель. Даже что-то видно. Ну, она, как всегда. А там более такая почва-то. УРП вроде похоже. Угу. Кто не знает, это полушка Петра Первого. Сия Руси повелитель. УРП расшифровывается. Четверть копеечки. Да. Так, молодежь там параллельно учится использовать приборы и тестирует рации
носится по полю. Вот. Я здесь хожу, хочу сейчас проверить вот этот покос. Здесь, короче говоря, еще даже на Минде вот эта лужа, она и там была. То есть этой лужи уже лет 200, а может даже и более. Раньше здесь косили, здесь не было. Здесь как бы вот, ну, сколько мы здесь бьем. Вот сейчас надо будет здесь походить, потому что находок мы вот с этой стороны здесь, вот где сейчас трава, было много. Так, короче говоря, Люба нашла какую-то пымпу. Судя по всему, это позолот, что ли. Или, ну, или сусалку, да, внутри что-то типа свинца. Что это такое, не знаю. Вот здесь отломали. Какая-то с пымпочкой. Подвеска, не подвеска. Похоже очень на сусальный золото, что ли. Да нет, она достаточно плотная, но... Ну, тоненький слой очень. Вот такая вот замечательная хрень, непонятная. Как всегда прикалываюсь. Если не знаешь, что это такое, значит, это конина. Но на конину это не похоже. Ладно, сегодня такой коп-лайт. Ну, находки все равно. У тебя еще шуляча улетит. Да. Все равно находки попадаются. Завтра с утра с Любой планируем. Молодежь, понятно, спать будет уже более серьезно по домонголу. Облачимся. Что за штучка? Какая-то хрень. Что за штучка? Не знаю. Штучка? Что... Маленькая штучка. Так, а у нас еще пару часов-то есть поблондаться. Ну, пока да. А, Устин нашел этот. А, я показывал, да, 10 копеек-то рамочник. Нет, мне нет. Рамочник, а его из машин прям нашли. Нет. Молодцы. Пусти. Так, продолжаем находки показывать. Целый? Целый. Ну, замечательно. Кресточек такой, ну и копейку я сейчас туда в Хабаровск положу. Пока больше ничего. Может, поближе к деревне еще прогуляться там? Да пойдем, дойдем. К какой деревне? А, туда ты имеешь в виду? Ну, пойдем. Я имею в виду к домам. Пойдем. Туда я сунулся сейчас, я не помню, говорил, не говорил, и меня лосинки как облепили. Я быстренько ретировался оттуда. Я, конечно, в чехле, но ну его нафиг. Интересная находка такая. Что-то здесь какая-то одета. Пимпочка. Такая вот. И на ней было намотано, сейчас приближу, красная нитка. Прям плотно-плотно. Вот, кусочек видите? Даже остался. Видите, вот. Что это такое? Хрен его знает. Я не знаю. Че тут только подсказывайте, ребят, в комментариях, если кто знает. Я что-то вообще такое не встречал. Какой-то отвес, не отвес, что это такое-то. Фиг знает. Так вообще, что оно было в дереве? Это кусочки дерева. Может, какой-нибудь пишущий предмет. Не знаю, зачем красная нитка? Для красоты. Понемногу темнеет. Мы продолжаем бродить возле машин. Интересно, что ты выкопал в комке? Давайте вместе посмотрим. Сейчас! Чего? Да! Интересно. А, вон монета, по-моему. Да, монета. Как всегда. Медь здесь. Беда. Проглядываются. Вензеля. Катерина, что ли. Ну, все равно находка берем. Сегодня такой куплайт. Морковка. Да, интересно. Да, это, по ходу дела, все-таки от колокольчиков. От колокольчиков. Баталы. Батало. Болтало. Не, обломан, да. Краешек. Ну, за что цеплялась. А сама сисечка, писечка, она вот эта целая. Маленькая торпеда такая. Морковка. Или морковка. Но лучше торпеда. Что-то копают. Угу. Походу, устали уже. Устали. Ковыряются там на том месте что-то. Надо их домой. Ну, сейчас отвезем. Только, короче, батало показал. У меня уже яма была выкопана. Проверяю пином. Ну, замечательный крестик, стандартный. Но целый, красивый. Сейчас что-то покажу. Что-то несут дети. Целенький. Чего они там что нашли? Они там нашли, не знаю.
идут вояки. Монеты собирают. Монеты они собирают? Что нашли? Знать бы, что это, но что-то большое. Там такие у вас оры были, что вы как будто класс. Я красный листик увидел. Скажи. А, так монеты, что ли? Да, монета. Ух ты, ё-моё, Екатерин, походу. Или деньга. Сейчас, подожди, я приближу, сейчас надо сейчас разглядим. Камера-то она светлит. Молодцы, сейчас посмотрим. Да там вообще мистика была. Непонятно. Я иду с лопатой, смотрю, вот такой красный листик торчит. Думаю, смотрю, говорю, Устин, как красиво. Он подходит, думаю, а может, давай сюда ткнем, пином. Тык, а там идеальный сигнал. Прямо этот лист откопали, слушай, там монета. Странно, не знаю. На деньгу похоже, на неон размазано, расплющено. Перечекан. Ну, перечекан, да, какой-то. И что это? Да, это деньга 31-го года. О, 1700, Анна Иоанна. 1700, ты, господи. 1731-го года. 30-40, она, правление. 30-40-й. 31-го, что сказать. Не, время, что-то мне язык заплетает. Время правления Анны Иоанны 1730-й, 1740-й. Мы так долго шли, вообще ничего. А тут ты как хотел? Вообще, это идем, тебе идем. Не 5 лет назад, когда здесь каждый сигнал был монетой или крестом. Тут такое тоже идем, было. Просто тишина. В итоге нашли, потому что он... Я просто такой, смотри, какой красивый листик. Да, красненький. Орелик. Да. Курица. Что, еще что-то живое там, что ли? Курица что-то? Жива. Да, курица жива. Ну вот тебе тоже. Давай. В начало коллекции. Так. Ух, у нас сейчас и радость, и печаль, я это называю. Все время в полях вот так выскакивают. К сожалению. Кусочек пропеллера креста. Они очень крупные, поэтому под плугом разбивались. Чего на там нарисован? Непонятно. Ну, это мыть надо. Ну да. Эх, жаль. Очень жаль. Много мы их здесь находили. Обломков и инкалпионов, и навершия, и пропеллеров. И вообще. Никита Бесогон здесь был относительно недавно. Вот видео мы выкладывали. Очередной маленький. Хорошие поля. Но уже, конечно, подвыбитые, но все равно вылезает. Я так поняла. Чего ты потерял? Да. Воду, что ли? Нет. Ну, как раз. Почему-то. Как у нас история с водой была. Пошли мы к Дубу Ивану, там видео у нас есть, копать. Потеряли бутылку с водой в лесу. А потом после зимы, зима прошла, весной туда же поехали, ее нашли. Целенькую, и дальше начали пользоваться. Вообще прикольно. Там месяц... Так, я не поняла, куда этого крестик-то делал. А я не знаю. Ищи. Я что, в карман опустил? Ай-яй-яй, кресты не терять, кресты в коллекцию. Темень, ничего не видно, в камеру включил, вроде видно. Фокус плавает. Люб за фонарем пошла. У меня здесь что-то в комочке, сейчас попробуем. Да, кстати, через экран светлее, так вообще нифига не видно. Фонарь идет. Вы что-нибудь увидите? Я нет. Что-нибудь видите? Я нет. А, видите? Что это такое? Никита! А! Бинго! Что, еще? Монета или сигнал? 44. Копай! Слышите, да? Короче, какой-то хренобор нашел. Не знаю, что это такое. Убегайте, мне нужна ваша вода. В темнотище-то. Что-то нары. Короче, как всегда, темень. У нас начинается. Сейчас. Прикольные вы с фонарем-то. О, я, помню, что не стоит.
Вы боком светите, потому что засветка идет очень сильная. Сверху вот так. Ё-моё. Да тоже деньга, походу. Сейчас слюнями пытался оттереть, но неудобно. Неизвестно. Ну, как обычно. Хрен знает, что это такое. Ну, не похоже на деньги. Не похоже? Хоп, плавно перетек в ночной. Ну, знает, она очень затертая, похоже, какой-то низкопрофильный. Да? Ну ладно, дом будем отмывать, смотреть. Сейчас, черт его знает. Какой-то низкопрофильный. Вот думали мы с Устином, взять ли мне обскор с фонарем на лбу. Чего взять? Шлем с фонарем с установленным. Когда взять? Сегодня с собой. А-а-а. Ну, я думаю, нет. Ну, в шлеме копать как минимум... Удобно, офигеть. Нет, удобно-то удобно, но как-то визуально, конечно, странно. Да вот. Какая разница? Ты на него пауэрбанк лепишь, офигительно. Пауэрбанк, у тебя что-то висит. У меня пин. Вот, вот. Я знаю. Это пин у него болтается. Убирай. Его норовит. День второй. Раннее-раннее утро. Приехали на распашечку. Походить по Средневековью. Тоже место интересное, но находок на нем много не бывает. Плюс еще... Ну, мы были, кстати, на нем недавно, то есть в видео в каком-то. Господи, еще никак не проснусь. Разборонили его, то есть вообще идеально ровно. Сейчас пойдем также походить. В прошлый раз мы ходили, была пашня такая, она грубоватая. Сейчас барана. То, что доктор прописал, самое-самое хорошее. Мухи лосиные меня уже атаковали. Время полшестого, что ли, шесть. Задолбали. Честное слово. Вперед. Наскоб зовет. Так, друзья, подходим к заветному местечку. Сейчас вот здесь покрутимся. Во-первых, вот здесь была древняя поселуха, скажем так, да? Возвышенница. И здесь на поле такое же возвышенница. Вот сейчас здесь побродим. Вух! Из средневековья только во! Сейчас. 3 копейки 35-го года. Средневековье 20 века. Ну и конина. Пока так. Здесь... Люб ходит, а там против солнца вам не видно, ребята идут. Медленно-медленно. Ну что, друзья, перебрались обратно на поля чудес. Вспашка молчит. Все сигналы очень глубокие, глубже штыка. Соответственно, всю старину физически просто не зацепишь. Ну, то есть, что-то как-то не очень. Ну, здесь сейчас походим, у нас осталось часика 3. И все. Поедем в нерезиновую. Сигнальчик у нас. Советик. Копеечка. Сейчас сниму. Оп. Год 30-й. Ух, какой сохран хорошенький такой. Приятный. В такой симпатичной патине. Ну что, снимем онлайн-выкоп монетки. Не монетки, а зеленого кружочка. Зеленого кружочка, к сожалению. Здесь, да, здесь сохран. Если это, конечно, не серебро, а это не серебро. Это не серебро. О, твой орет там. Орет, естественно. Тра-та-там, та-та-там. Сейчас залез он в тот репейник, туда, в кусты. Просила не лазить, нет, полез. Не заметил. Еле меня очистили. Зато отчитали. Вон там идет. Ну, где-то. Thank you.
Да где она? Что-то не найдем. Просто не хочу туда руками залезать, видишь, там из-под ногтей вытаскивать всю эту землю. Чист классический коп такой. С монетами, советами. Есть? Угу. Есть. Полушка. Полушка. Гнилушка. Гнилушка. Бита. Эксперименты. Но она мертва, к сожалению. Медь здесь не сохраняется. Ну, как всегда. Один сигнал был. А и следующий. Такой же. И еще одна. Тоже гнилая. Нет, не полушка. А что? А нет, полушка, но только это не та полушка. А какая полушка? Ну, такой пищеньший это 60-го года. А может, 30-го. Сейчас посмотрим. Мертвая, да? Естественно. Эх, портретники бы здесь находить каждый раз. Ну да. Тогда было бы другое дело. Во-первых, портретники, это полушка, видимо, 30-го года, и мертвая. Ладно, бог с ним. Еще разочек в кусточки слазим тогда. Я тебя сейчас слазю. Я тебя сейчас там и оставлю. Ладно. Ребят, подошли сейчас к деревьям. Как-то давным-давно здесь сидели. Сидели, от дождя прятались. Речка сейчас вообще стоит. Смотрите, что висит на дереве. Сейчас приближу. Люб подошла и свалила тут по-быстрому. Видите? Летает. Сейчас. Фокус только не наведу никак. Смотри, сколько входов там. Блин, сложно заснять. Давило мне здесь. О, не, нормально. Смотрите. Вроде как шершневая. Шершневая, блин, там они по сантиметрам. Видите, летают. По 5 сантиметров таких дуры там летают. Блин, сложно с рук. Опасная хрень, кстати. Вот. А так не заметишь, прикорнешь. Где-нибудь вон, под деревцем. Как они тебе дадут просраться. Ладно, пусть болтаются. Сейчас ребятам хоть покажем. Курица. Так, ребят, вы РПшку нашли. И крестик еще один. Помыть, может, что вылезет, хрен его знает. Ну, крест стандартный целый. Давай. Сейчас я буду ковыряться. Что-то да, вылезает. Ну, блин, они, конечно, гоговые здесь. Ты серебро надо искать. Чего серебро не нашли? Ничего не нашли. У нас вон. Все. На развод. Так, вот там где-то крестик сейчас был. Еще сигнальчик. Лизавета убита. Ну, хоть что-то просвечивает, смотрите. Ну, вензель. Она. На, убирай к себе. Что-то видать. Так, ребят, что-то там опять чирикают, звонят. Ну, сейчас с хорошей глубины, наверное, штычара. Да побольше. А может даже побольше. Со здоровой катушкой хожу. Я от нее отвык. От Петровской. Второй день привыкаю, хожу. Она звучит по-другому. Особенно на глубинных сигналах. Крестик. Чуть-чуть низ. Подкрыли. Подъеденный, да, но это не важно, он целенький. Его мне нравится. В общем, зачет, да. Крючочек нашли. Медный. Ага. Ну, как-то так. Вот это вот печалька, конечно. Это печалька. У меня вторая такая же в кармане печалька лежит. Обломочки крестов. Ладно, сейчас уже к машине будем подниматься. Время. Арибай. Ну да. Все, друзья, отчетец. Вчерашний вечер, сегодняшний день.
принципе, ну, находки, как всегда, с полей чудес. До хрена, но толку мало. Ну, ни о чем. Эти крестики прикольные два. Ну, и целенькие тоже. Шуя. Ну, пожалуй, все. Куча советов, куча империй. Две цепочки. Ладненько, на этом прощаемся. Ходите с нами, да. Ходите с нами, гуляйте с нами, дышите воздухом. Не болейте. Всем здоровья. И пока.